Организовать качественную и доступную медицинскую помощь ее работа уже более 5 лет. Заведующая поликлиникой медсанчасти номер 2 Светлана Обухова пациентов принимает каждый день. За труд и вклад в профессию сегодня ее награждают памятным знаком Куйбышев «Запасная столица». Самое главное – построить доверительные отношения. Всегда со стороны врачей и медперсонала – это сочувствие пациентам. Потому что если ты не будешь сочувствовать, не будешь их понимать, то ты не сможешь качественно и хорошо оказать медицинскую помощь. Сегодня медсанчасть номер 2 обслуживает 85 тысяч человек. Здесь есть все – поликлиника, детское отделение, женская консультация, своя лаборатория, физкабинет. С людьми работают высококвалифицированные доктора. Чтобы каждый пациент вышел отсюда с богатырским здоровьем, в медсанчасти трудятся более 500 врачей и медсестер. Сплоченный коллектив, профессионалы своего дела работают. И несмотря ни на какие трудности, они сохраняют свою верность профессии. У нас 24% сотрудников старше 60 лет, и тем не менее, благодаря их знаниям, профессионализму и умению, наставляются молодые кадры, и продолжается лечебное дело. За верность медицине медаль Куйбышев «Запасная столица» получили 20 человек. В основном это те, кто трудится в медсанчасти уже много лет. С теми, кто каждый день на страже здоровья жителей, пообщался герой России Игорь Станкевич. Он поблагодарил медиков за работу. Когда звучат такие слова, это оценка уже профессионализма, а не просто отношение врача к своему пациенту. У них появляется улыбка, они понимают, что этот день уже для них знаковый, то у них отмечен не просто их труд, а отмечено то, как они работают длительное время и как общаются со своими пациентами. Врачи делятся. Для них юбилейная медаль – вторая по значимости награда после благодарности пациентов. Алина Чемерис, Максим Гусев, «События».